В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств. Медикаменты, требующие рецепта, теперь могут быть выписаны на срок до 180 дней, тогда как ранее разрешение действовало в два раза меньше. В категорию льготников попали следующие группы граждан. Это пенсионеры с хроническими заболеваниями, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в длительном лечении. Рецепты лекарства, по которым должны быть выданы немедленно, будут обслуживаться в течение одного рабочего дня со дня обращения. Срочные рецепты – за два дня.